И всем доброго времени суток, дорогие друзья, с вами я, Бенни, и мы продолжаем играть в Гаррис Мод. Сегодня со мной снова, Снэпгейм и Дедли Мэн, поздоровайтесь. Доброго времени суток. Всем Да, и мы играем снова в Гаррис Мод, и это, типа, битва пропами. Мы будем, как бы, брать проб и кидаться им с помощью гравитигана. Да. И будем, можно брать любой абсолютно проб, кроме, это, взрывной бочки. Блин, а то я хотел апокалипсис уже устроить. Апокалипсис. Ладно, давайте. Ну чё, это моя база, Моя. Это моя. А это моя. Снэп подключенок. Потерялся. Моя. Нарния. Моя Нарния. Это Нарния. Нарния, отдай мою Нарнию. Ладно, всё. Вы готовы? У меня тут куча, у меня куча Нарнии. Подожди, стоп, я тоже должен кучу Нарнии зачать. У меня армия Нарнии. Чтобы вам пробраться ко мне, вам нужно преодолеть. Вам нужно будет пойти. Ты видел мою базу? У меня Нарния в земле застряла. У меня... Вот посмотрите на мою базу, она вся... О боже, битва Нарнии. Чё, Дедли, происходит? Давайте, я иду к вам драться. Да нечестно! Он на мою территорию залез. Мы должны драться в центре, мы наверху готовимся. А ладно, тогда я сейчас это, свою Нарнию... То есть создаем много пропов, а потом их берем, и потом ими воняем. У меня тут вообще армия Нарнии. Нарния. Битва Нарнии. О, я усыпан Нарнии. О боже! Что тут? А! Меня Нарния убила! У меня Нарния в земле застряла. У меня Нарния аж с этого падает. У меня, кстати, тоже это, у меня Нарния в текстуре застряла. Да, у меня Нарния в текстуре. Нарния читер. Ногли прописал. А! Нечестно! Все, давайте драться в центре. Кидаем вещи. Всякие вещи? Да. Семечки, кроме... Ну, все со своей базы кидаем. В центр, и потом там будем драться. О боже, у меня Нарния сломалась, да. Черт. Все, я иду драться. О боже! Дэдли, что ты делаешь? Нарнии кидаюсь! Там, о, у меня две Нарнии, одна на другой Нарнии стоит. Ты какой-то, блин! Кто в меня Нарнию кидает? Нифига там сколько Нарнии! Эй, блин, бомбежка Нарнии! Черт! Между базами давайте можно кидать вот эти бочки, ну, между базами. У меня Нарнии не скончается уже. Я пошел нападать. О! О! Оу, оу! Я убил его Нарнии! О нет! Нарния в земле, подставщик! Нарния подставщик! Нет! Есть! Вы победили! Дети форкета! Блин, что я сделал? Ты уничтожил мои Нарнии! Нет, мои Нарнии горят! Спасай Нарнии! Вы победили, что там Нарнии валяются в земле? Блин, мои Нарнии! Ты мои Нарнии уничтожил! Нет! Смотри, сколько Нарнии! Ладно, давайте, я победил в этой битве. А давайте сейчас нормально сразимся, если кто-то умрет, тогда все. Давай, чекай. Давай нормально. Так. Спамню Нарнию. Все. Почему у вас все сверху, блин, а у меня единственное снизу? Ну потому что мы занялись, успели. Какая разница? Посмотрите, у меня Нарния в ряд стоит. This is bad. У меня это... армия из Нарнии. У тебя армия Нарнии, а у меня энергетический круг. Энергетический круг, это говорит. Всем Нарниям встать в строй! Нарни, таки иди нафиг! Энергетический круг. Ты зачем такие большие объекты создаешь? А лагает? Нет, зачем? Ты их не сможешь поднять обычным гравитиганом. Это для себя. Чтоб повыше было. Мы до тебя не докинем? Блин, секунду.
И мы вернулись, дорогие друзья, и мы начинаем битву. Господи, блин, я кое-что хотел распутать меня у... вот моя Нарния. Нарния, я должен делать бомбардировку. А я должен делать холодильник. Карл! Ого, сколько Нарний там! Ого! Надо холодильников до хера сделать. Да. Побольше. Холодильников один. Мощный. Есть. Видишь, моя бомбардировка? Холодильников, ёбан. У меня бомбардировка. Как? Есть! Как? Я застрял в Нар... Меня... Нарния вас захватила. Давайте на... Я пробился через Нарнию. Так, а теперь одна победа в мою пользу. Надо новые объекты взять. Я холодильники буду брать. Да, давайте новые объекты. Нет, холодильники уже нельзя. Давай, я буду брать краску. Я краску беру. Краску? Да. А я, наверное, шкафчики возьму. Так, а я... Да, отсунь, да, шкафчиками. Иди быстрее сюда, Саня. В смысле? Смотри, что у меня происходит. Оп. Боже, что такое? Что это? Да. Что там, в этом замер... Это иллюминаты. А вы что думали, в этом замешаны элементы? Знаешь, ты их не поднимешь? Почему? Ты шкафчики же надо, ты должен брать предмет, который ты можешь поднять. А, ну хорошо. Все. Вы готовы? Я такую армию создам. У меня армия краски. Она красит. Сейчас вся карта будет белая. Ты не сможешь это поднять, Дедли! Я это могу, видишь, я поднимаю это. А, ты можешь это поднять? Да, вот это вот я не могу поднять, а вот это вот могу поднять. Смотри, я сейчас тебя красить буду. О! Краска! Не, все-таки я новые предметы поставлю себе. Супостат. Че ты ко мне пришел? Блин, чем легче? Мы начали. Мы еще не начали. Чем легче, тем лучше. Значит, ты скажешь, когда начать? Да, я уже, я готов. Потому что моя краска делает так. На, забери свою краску уже, она мне не нужна здесь. Эй! Прочь отсюда. Я весь белый теперь. У меня я тут краску на пол. Ты тоже краску создаешь? Да. Посмотри, сколько тут. Я хочу сделать тебя белым. Посмотри, я и так белый. Чё? Боже! А, ты там Дедли! Он белый! Ладно, давайте начинаем. Вот что называет, распаковал коробку. Дождь из белых хернюшек. Чёрт, на меня бомбардирует. Ведро! Неожиданно. Ладно. Только тяжело очень с вами драться, когда я не могу этот, докинуть до вас. Вам-то легче. Так, ладно, я иду в бой. С баночкой. А! Я выиграл. Мне нужна тяжелая артиллерия. А ты Дедли еще не убил. Догони меня! Догони меня, кирпич! Давай играй, догони меня, кирпич! Хочешь, Дедли, я тебе скажу, для тебя неожиданность? Вот она. Не хочешь, для тебя неожиданность будет? Давай. Ты стал белым. Вообще неожиданно. Да, ты же черный. Армия кирпичей в атаку! Армия кирпичей. Кирпичей, мать его, где ты, Дэн? Давай. Где его? Почему? Супостат. Я аж упал. Опа. Из-за того, что Дэдли белый, я и вас путаю. А, я тоже белый, да? Да. Воу! Есть! Дедли и Снэп... Ой, Дедли и Бенни 1-1, а у Снэпа 0. Так, ладно. Да, не гуд. Гуд. Нет! Да. Гуд, very good. Плохие идеи. Я буду кидать компьютерами. О, у меня... О! У меня холодильники будут. У меня компьютеры. А у меня вообще раковина. Я ковлевый супостат.
Смотри, что у меня происходит. А у меня что происходит? А у меня... Нарни. Ой, ни хера. Найди на холодильнике. Уйди, это мои холодильники, иди. Это что такое? КС ГО. Так. Слишком много КС-ок. А у меня очень много. И куча системных блоков. А у меня много, очень много раков. Я даже ачивку заработал за такое. Да, ачивку дали? Да. Получил ачивку Гаррис Моди, молодец. Это вообще... Вот! Редкостная. Редкостная редкость. Эй, а чё, почему из твоих холодильника у меня здесь делают? Компьютеропад! КС-ки! Ты с КС-ками будешь? Да, я КС-ка. Всё, давайте драться. Знаешь, как... Ты посмотри на мою... Поклятый супостат, я застрял в своих холодильниках! Посмотри на мою базу, она вся из КС-ок. Я знаю, я вижу это. А он чё, этим как его? Мыльником будет с нами драться? Мыльником? Я забыл, как он называется. А, раковиной? Раковиной, мыльник. Да! Есть! Чёрт, поклятый супостат! Ты убил. Это бэд. Бэд. Мать его, бэд, иди сюда. Клятый супостат. Ааа! Дедли, ты меня Дедли убил. Ну все равно я. Это не считалось. Это не считалось. Я убил, все тоже нечестно. Давай. А теперь я тебя убил. Нет, так нечестно, я еще не подготовился, значит. В смысле, что подготовился? Давай, делись. Я не подготовился, сейчас подойдет. Так, ладно. Да куда ты с нокрипом улетел? Все, ладно. Как всегда у меня ЗСБ. Отвечай, карта. Не буду. А, да мы с тобой же деремся. А. Ты не победил, меня Дедли убил. А, точно. Ты меня не победил, значит. Я буду я тебя не победил, я ничего не говорю. Я тоже буду драться на арнии. А чё ты мои в холодильнике создаешь? А, они здесь лежат, они не создают, они здесь лежат. А! Это, Саня, всё-таки то, я это, тоже всё-таки буду драться. Деремся раковинами, есть. Блин. Я убил тебя сортиром. Сортиром. Блин, мои раковины! Ой, мои нарнии. Нарнипад. Не, кто там холодильники создает? Это Нарния! О боже! Что? Посмотри! Зачем тебе так много в холодильнику? Ой, там потеряться можно. О! У меня из этого будет армия! А чё это? А чё это? Посмотри. А ты можешь их поднять? Да. Да? Ну-ка. О боже! Блин, это же артиллерия. Тебе бы ложь какую-нибудь тоже жопу бы взять. О! Чё? Фан! А ты их не подними. А, да, их поднимешь. Их поднять можно! Всё! А ты... Они медленно падают. Да. Ну это все, это снайп выбрал фонтан. Это... Я готов. Нет, еще пока не выбрал. А твои метаются. Ну в смысле, ты же выбрал. Нет, потому что я реально не как-то кидаю стандарт, что-то выбрать, потому что не долетит. Жесть, у меня, блин, навик Нарния. Точно, вот это возьму. Сосиска. Что это было? О, он надгробие берет. Это не надгробие, дебил. Это надгробие, дебил. Это не надгробие, это эти, как они? А чё это? Это, как они? Ты в Half-Life не играл. Ну ладно, я Half-Life не играл, я не знаю. Не, простите. Теперь подожди, надо восполнить. Нарнипад. Да. О боже, что происходит? Всё, мы готовы. Давайте. О боже. Где я? Тебя обстрелом Нарния берет. Меня не возьмете так легко. Думаете, меня так легко взять? Ха! Поклятый супостат. Что такое супостат? Откуда я знаю?
Это типа... Это что-то типа... Типа враг. Типа врага, да. Ты печенек. Пошли печенегов. Это печенеги. Бьем печенегов. А-а-а! Предатели! Среди нас были печенеги. Каждый сам за себя. Такова жизнь. Чёрт. Где Снэп? Он спрятался среди супостатов. О, что это? Это картина Репина. Не трожь, не трожь, не трожь! Это картина Репина. Я её смотрю. Вот он на твоей базе. Ты жопа. Давай, я должен расчистить дорогу. Уже умер. Какой расчистил дорогу, дурак? Расчистил дорогу. Все, я выиграл. Нет. Да, тебя пропы убили. Я раздвигал дорогу, а тебя убили пропы. Ну, а ну. Тогда ты меня тогда же тоже убивал пропами, но это было нечестно. Мы все равно доиграли, ты меня убил. Не, ну наоборот. Не, тогда тебя Владик убил, я сейчас просто пропы двигал, ты сейчас сам себя убил пропом, или как произошло? Ну, я... Нет, я стоял спокойно, ты взял меня, убил. А, ну тогда все, это я, значит, сделал, значит, все, давай, появляйся снова. Все, я... Проклятый супостат. Возьму твои эти, если ты не против. Ты умер сам себя. Это ты уже сам себя убил. Уже сам, ну ладно, тогда я приехал. Да. Все, я выиграл. Да вы из жопы, вы уже сколько раз выигрываете. Да. Проклятый супостат. This is bad. Так. Я сейчас буду знать, это... Блин, короче, я буду... А, нет, это то, что зовет Бэтмена, его поднять нельзя. Бэт-сигнал? Да, Бэт-сигнал. О! Чё? Колёсами будешь драться? Это мистер Вилс. Нет, это я не хочу мистером Вилсом драться. Кидаешься Вилсом. О! Проклятый супостат! То есть? А ты понимаешь? А, да, реально не поднимается. Это щит! Черт, правда, этот щит ни хера не... Саня! Что? На тебе, Вэлф. О, это... А-а-а! Вэлф, Гейб Ньюэлл, что ты наделал? Мяу. Чем ты его убил? Краником. Покажи. Вэлф тебя поглотил. У меня Вэлф не действует. Видишь, а ты тебя Вэлф поглотил. Чёрт, нет. У меня Вэлф не действует. Я не пойду покупать тигры в Стиме. Ты чё, ты сейчас взял и как будто Гейбу Ньюэллу за сердце, за больное взял? Что? Дурак! Зачем так много Нарнии? Ты создал много холодильников, я заберу один. Моя Нарния! Мой холодильник! Это моя Нарния, мои законы! Все, хватит, да скоро лагать начнем. Максим, нифига себе, холодильники использует. Проклятый супостат! Ой, нифига, меня же на другую сторону улетит. А нет. О, а почему эта половина все... А, вниз улетать все-таки как-то нельзя. Че, воюем? Ну да. Проклятый супостат! Дерись со мной. Fight me! I dare you! А! Да, только... Да ты идите, Найки! А, нифига себе! Жесть! Читер! Вот это было... Так проскользнулось! Это читерное оружие! Теперь я знаю, каким я оружием буду биться! Я тоже это наше возьму! Теперь... Не, ну ты использовал, значит, ты другое берешь, а я имею право на себе другое взять. Ну я... А, ты хочешь мои Нарнии взять? Да, хочу попробовать. А сейчас самый первый я взял Нарнию эту. Так. О! Не, я сначала взял деревянный. Я буду драться 2000. 500,000 dollars. Мой арбузик, кто его украл? Арбузик. Я создам комок. Я могу вообще убить арбузиком? Ну-ка встань, я хочу проверить. Вот сам, вот на это, на кого-нибудь попробуй, но не на мне. Создай NPC. А чё у вас одинаковое оружие? А? А чё вы оба мой стиль? Я сказал то, что я хочу тоже на одну серию взять.
Попробуем. Блин, я взял. О боже, удалите, удалите, слишком много лагает. Нахер вам так столько пропов? Вопрос. Ответа нету. Не надо слишком много пропов создавать. О! Давайте в центре, давайте в центр их создавать. Блин, я хотел бичами биться. Я хотел биться домом бичей. Черт, я буду драться КС-кой. То я начал драться КС-кой. Я буду КС-кой драться. Не, я КС-ка уже, это устарело. Я не хочу КС-ка, я хочу чем-нибудь другим. Я буду драться. Давай GTA 5 драться. Я буду в ванной драться. Я буду драться Майнкрафтом. Нет! Я буду драться в ванной. Моя ванна. Я буду драться с женой Дедли. Я буду драться с женой Дедли. Кто? Где? Вот она. Нет! Только они нифига урон не наносят. Она похудела слишком, она надоедает. О! Это мой конь! А я буду драться конями. Не надо конями! Это идиотия! Все, хватит, хватит, не создавайте! Снэп, удали, ты слишком много создал! А ты не я вообще-то за твоих коней! Да не за коней, я всего лишь 20 штук, наверное, создал. Я тоже там создавал чуть-чуть. Ну удали чуть-чуть, удали чуть-чуть. Когда я создавал, все было нормально, потом ты что-то сейчас... Шит FPS! Все, кер нормально. Нифига не нормально! Я нормально, в FPS по 30. Я сейчас вообще карту очищу. Ну, очищай. Потом по новому. Все. Все, ты свою удаляй. Вы слишком много удаляй. Вы слишком много создаете. Это моя ванна! Давайте максимум можно 5 предметов. Раз, два, три, четыре, пять. Все. Окей. Раз, два. Раз, два, три. Потому что вот эти твои много забирают энергию, потому что они постоянно друг друга трутся, и поэтому. Они у тебя много FPS забирают, все, давайте. Проклятый супостат! Да! Проклятый супостат. Е! Как? Наконец-то я выиграл! Соняет! Пошел нафиг! This is good. Давайте, еще раз. Все, давайте, последнее. Сейчас сколько снай, посмотри, сколько записываем. Мы записываем около 23 минут, ну 24, давайте. Ну давайте, да. Я буду драться. Я буду драться ботинками. Не, урон не будет наноситься. Да? Пи-пи. Буду драться газетой. Тоже не наносится. Да. Я буду драться Брином. Брином? Да это вообще жоп. Нет, я буду этим драться. Не поднимешь. Черт, а это? О, а это могу понять. Да, но отнимает жизнь. Да, но отнимает жизнь. О, сколько много лодок. Они чуть-чуть забирают, давайте. У меня тоже ванны чуть-чуть забирают. Да, ванны они чуть забирают, а вот эти плоские предметы они много забирают. Ну что, давайте начнем? Да, уже. Проклятый супостат. Мой. Где ты убил меня? Да. Все, я выиграл! Черт! Я черт проигрываю! Я же наш богат аж сел от радости! Эти предметы слишком тяжелые. Ну что ж, я буду опять использовать ванны. Он батареями будет драться! Я буду батареями драться! Ну, Сань, дери гидры! Гидры? Ой, кимеры. Так много-то, сказали 5 же. Они нет, а у тебя слишком много труд. То, что трутся из-за этого, у тебя 5 минут. Маленькие предметы меньше берут. Да. А, ну вот тогда вот маленькие предметы, это у меня это. Вот у меня батарея. Все равно несколько миллионов, это не знаю, что тебе можно создавать. У меня батареи. О, нифига, батареи жесткие. Ничего не знаю, я буду драться Владиком. Ты сатурно не сможешь подраться. Смогу. Мы посмотрим. Я почти попал. О, реально дерется! Это не гравий жиганом. Гравиган. Значит, будет снопдог лежать чисто для прикола. Есть! Ладно. Давайте, может, уже закончим серию или нет? Ладно, давайте.
серию закончим. Ага. Ну ладно, ребят, если вам понравилась эта серия, ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на наши каналы. С вами был Snap Game, Deadly Man и Benny Man. Всем удачи, ребята, всем пока, друзья. This is bad. Всем пока. 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 А также ты сможешь увидеть различные анимации и интересные летсплей по Гаррис моду. И подпишись на мой канал, если ты еще не подписан. И поставь лайк под видео, я буду очень этому рад. А так, удачи и береги себя.